Я с большим удовольствием принял приглашение прийти сегодня к вам на открытие турнира. Хочу сказать, что воронежская земля навсегда жила футболом. Воронежи любят футбол, умеют за футбол болеть. Воронеж воспитал много достойных футболистов. Владимир Георгиевич Проскурин, безусловно, вот яркий пример того, какие великие футболисты выходили с воронежской земли. И я сейчас обращаюсь к нашим ребятам, к тем, кто занимается в Академии имени Проскурина. Ребята, я думаю, что для вас это будет таким ярким примером человека, который многого добился в спорте. Вы будете к этому стремиться, занимаясь в Академии, сумеете отточить свое мастерство, постичь и тактику, и стратегию футбольных баталий. Уверен, что у вас может быть большое будущее спортивное, ну или любое большое будущее, которое вы для себя выберете. Я хочу поблагодарить руководство клуба, Роман Гуранович, вас прежде всего, за вот ту большую организационную работу, которая была сделана по формированию детской футбольной академии. Мы давно этого ждали, что-то у нас не получалось, но наконец-то с приходом таких системных людей все случилось. Уверен, что заложенный сейчас камень вот в здание большого воронежского футбола позволит ему крепко на долгие годы стоять. Всех вас поздравляю с началом турнира. Нашим гостям желаю приятных впечатлений от пребывания в городе Воронеже, настроя на победу, красивой игры, много забитых голов, но на поле на гостеприимство не рассчитывайте. Хочу пожелать нашим ребятам успеха и победы в турнире. Спасибо. Буквально слово, коллеги. Ребята, это к вам относится. Надеюсь, все вы встали на профессиональные рельсы и добьетесь в этой профессии многого. По крайней мере, обращаясь опять же к ребятам нашей академии, задачи такие стоят, и мы, скажем так, направлены в это русло. Идет работа. Вы должны осознавать, что соответствовать Владимиру Григорьевичу Проскурину — это большая, скажем так, ответственность в первую очередь. И не зря была названа Академия профессиональная в его честь, его именем. Я надеюсь, что вы все будете осознавать это, и ничто вас на вашем пути не остановит, раз уж вы выбрали профессиональный путь футболистов. У нас этот год, скажем так, год открытий, наверное, потому что и Академия открылась, еще года нету, профессиональный статус получила, так же, как и академии, которые здесь присутствуют, поэтому в этом статусе мы соответствуем всем уровням, нормам. Также хочу поблагодарить родителей за то, что они вкладывают в своих детей, наверное, эмоции, в первую очередь, силы, и должны их поддерживать. Мы знаем, что это такое, что это очень тяжело, но так закаляется сталь, и так рождаются чемпионы. Поэтому я хочу пожелать побед вам всем в будущем, ну, а нашим ребятам достичь высот, которых, соответственно, вместе со своими родителями и сами вы мечтаете. Да, скажем, наверное, в окончании победит сильнейший. Хочется, чтобы наша команда 2011 года сыграла там с Локомотивом, Тамбовым, Спартаком, Зенитом. Чтобы приехали еще другие академии. Хочется увидеть хороший и красивый футбол. Конечно, хочется, чтобы выиграл Академия, но в первый момент нужен хороший футбол. Сказать, волнение и радость, потому что я сюда приехал из Тбилиси еще в советские времена, в 80-м году, и вот на этом стадионе я еще начинал играть за дубль, маленьким мальчиком называется, и вся жизнь у меня прошла в «Факеле», потом в основном составе, то есть это «Факел» — это не просто слово для меня, а это просто жизнь. И сейчас вижу, как дети здесь занимаются, мне просто
забуду дыхание, спирает, честно, радостно за них, что такие условия, такие возможности у них есть попасть туда выше. Но раз здесь, раз академия – это факел, значит, мне так представляется, что это должны ребятки расти и усиливать нашу родную команду факела.